Алло. Алло, Андрей Витальевич? Да. У вас метод заявочку поставлю, что машина со стопы номеров. Да. Да? Да. Не-не-не. 15 дом, но вам уже сетский универак верный, правильно? Да, вот она. Я только что проехал, и вас я только что видел. А, вот. А и где он там будет стоять? Вот. Где вы находитесь? Блин, вы уехали с этого места. Тут сзади, прямо сзади. Ага. Да. Да, да. Братан, у тебя камеры нет? Что? А позвони. Здравствуйте. А чья машина? А вы у кого спрашиваете? Вот. Алло. У вас. Нет. Ну вы же водитель, правильно? Вот вас женщина просто сфотографировала, говорят, что в нетрезвом виде. Управляем. Покажу. Вот он за рулем был, по-моему, в кепке. Ну вот в кепке, вот это он. Это сзади. Сзади вот второй молодой человек. Да, у нас, конечно, все очень замечательно. Я знаю, что понять. Мне надо, чтобы он ехал. А не то, что мне фотку прислали, что он сидит за рулем. Понятно. Я даже если его сейчас оформлю, он в суд придет и скажет, да, это моя жена бывшая, блин, обиделась на меня, решила скомпрометировать. Блин, прекрасно, все правильно вы делаете, тоже звоните. Просто нам вот сам факт, вот, что он ехал. Вот я, чтобы его прям на видео, у меня все было четко. Я его останавливаю, где я к ним подхожу, представляюсь, документы беру. А вот это, ну, сидят они в машине. Видите, они мне даже говорят, мы не знаем даже, чья машина. Это все, конечно, блин, вы правильно делаете, что звоните. Но нам вот тоже, понимаете, мы тоже заложники из нашего закона. Я все понял. Я сам только что сюда приехал, я даже не знаю эту женщину, просто фиг. Ну, я понял, читательница, наверное, да? На всякий случай просто. Нет, все правильно. Просто будем иметь в виду, что здесь... Вот я надеюсь, что они больше никуда не поедут, потому что они припаркованы были с той стороны, как я понял. Сейчас сюда приехали. А просто вот я говорю, вот вы мне проехали навстречу. Да. Я вот здесь завернул, не было ее. И я и проехал, посмотрел, дурак, нигде нет. Я встал там просто посмотреть, может, я неправильно дом понял какой-то. Ну вот вызвал сотрудников ГИБДД после сообщения читательницы. Но, увы, уже человек никуда не едет, просто сидел на лавочке рядом. И как бы оформить его, не знаю, и даже проверить на алкоголь как бы не получается. И он куда-то быстренько срулил. Просто вот моментально. Клянуться и пожаться, что она никуда не поедет. Только на эвакуатор. Я здесь. Вы здесь будете кататься? Нет, я, конечно, здесь не буду кататься, но я надеюсь, что... Периодически, по-любому прокатываться. Я надеюсь, что у них мозги есть. Все-таки не видно, что прям сильно. Да нет, нормально. Это как его? Здесь вдруг что, читатели какие-то. Набирайте, подъедем. Хорошо, спасибо. Я просто здесь, в этом районе. Просто могу быть где-нибудь Дюлин, но я вот назад на объезде был, пока сюда доеду. Понятное дело. Тут закончу. Так что, если что, набирайте. Ладно. Все, хорошего дня. Что я хочу сказать, друзья, нужно действовать оперативнее. Девушка написала, что она их видела, читательница видела чуть ли не в 6 утра. Потом, значит, пока мне написала, пока я увидел, прошли долгие часы. Да, они уже успели переехать. И пока я сам вызвал 112, потому что она им не позвонила, да, почему-то вот не додумалась. И вот, момент упущен. В моей практике были такие случаи, когда мы и задерживали пьяных, и в том числе и сотрудников правоохранительных органов, действующих, бывших. И в суд я ходил в качестве свидетеля. Были случаи, когда пьяных не удавалось вовремя, так скажем, вынуть из руля. И были и летальные случаи, когда пешеходов они сбивали. И тоже я ходил в суд и тоже свидетельствовал, чтобы человека привлекли, потому что пьяный за рулем преступник. Никак нельзя это оправдывать. Никак, никаким образом. И даже если вдруг случилось так, что в этот раз показалось, или что женщина там, не знаю, наговаривает, проверять все равно нужно, потому что, ну, это как вот со звонками о терроризме. Блин, вот на 100 звонков ложных может быть один настоящий, ты его пропустишь, и будет беда. И вот чтобы предотвратить беду, нужно реагировать постоянно. Вот, увы. И не только мне одному. Вот если вы сами видите, снимайте, не стесняйтесь, как бы. Снимайте, фиксируйте, звоните 112, как бы. Вот. И прошу еще не хейтить за сигарету инспектора. Я уверен, что он хороший парень, по крайней мере, мне таким показался. Я с ним лично не знаком, но не будем его вот, блин, за это. Он сначала все было без нее, он в маске вышел, поговорил, вот, попытался что-то, как-то откликнулся, да, вот, дальше проявил свою какую-то, не знаю, доброжелательность, да, сказал, что звонить, пожалуйста, приеду. Ну вот, не думал он, что он вот попадет в мой сюжет.